Охуевшая с ним познакомился. Я охуенно стал. Опа, 75 рублей. Тихо, Дон. Это Дон. Бери пехоту залпом за респект. Блять, не за респект. Да, да, нет, нет, это надо. Это... А, это же топ-донатер, это... да? Это, да, я обещал. Слушай, а ты уверен, что это он? Да, ну, да. Похуй нахуй, он не он. Ну, давай тогда, ёпта, сейчас я попробую. Так, блять, а если что, куда блевать-то? Бля. А есть какой-нибудь тазик? Блять, не знаю. Бля, в туалет. Бля, я водку, ну ладно, похуй. Бля, сейчас опьянеешь, пиздец. О, щит, о, дэм. У тебя есть эта хуйня, чтоб дырку полегче? Ножик чтобы... есть. На кухню пиздать, пиздец. Не, Дон, извини, пожалуйста, в тот раз была хуйня, конечно, да, я согласен. Нет, это правда. Хорошо, что я молоко не пил, блять. Ладно, что, пробуем тогда. Давай. Блядь, ёб твою мать. Ёб твою мать. Блядь, ёбаный рот, блядь. Блядь, ебать. Ебать, блядь. Ёб вашу мать. Ебать, блядь. Блядь, ёб могу, твою блядь. Мать. Осталось вот на дне, блядь. Блядь, Дон, я стараюсь, не могу, блядь. Мне сейчас, я блевану сейчас. Подожди секунду, блядь, я сейчас блевану. Блядь, если будешь блевать, тебя снимать в туалете, ты блёшь. Или ты не любишь такое? Сука, не могу я залпом эту хуйню выпить. Ну не могу, блядь. Газы, блядь. Вот газы. Блядь, жестко. Газы, блядь. Вот только бы, если бы не газы, блядь. Ладно. Тут на дне вот хуйня, блядь, осталась. Блядь, ему плохо. Блядь, я кое-что увидел, пацаны. Хотите, вам покажу? Ладно, потом. Снимает. Да нет, если он не хочет, вы что, я не буду его снимать. Обновляем, пацаны. Нет, он реально... Реально пустая. Скажи, если я сейчас еще одну попытаюсь выпить... С залпом. И если я ее выпью за респект, все нормально будет или нет? Пожалуйста, ответь. Давай от него сообщение. Это Дон. Обнуляется так, как ни залпом и не допил даже. Стоп, донат на один месяц. Слушай, увидимся в феврале. Да это не он. Дон бы так. Да, был. Хорошо, Дон, как скажешь. Это Дон, пей вторую. Это Дон. Пей вторую за респект, но залпом и до конца. Сука, сосок. Сейчас, блять, дай, это Арон прикалывается, пишет, сука, сосок. И через дай, давно. Подожди, стой. Дон, пожалуйста, дай мне перекурить. Сейчас я дыхание сбавлю. Дай мне буквально 2 минуты твоего времени. Я тебя прошу. Прошу тебя, пожалуйста. Спроси, а, Дон, слушай, а можно шотганом? Просто это гораздо легче и проще. Можно так? Или надо именно открыть и вот так выпить? Это принципиально для слушай, тебя или нет? А ты можешь зайти в Donation Alert? Чекнуть, это реально он? Это реально он. Да? Да. Просто я же тоже мог зайти, понимаешь? Не-не, это бачу. Реально он. Опять он же. Это Дон. Никаких шотганов, только классика. 2 минуты отдыха, пошли. Ну ты слышал, да? Не буду тебя диктовать. Тоже 75 рублей. Про 10 минут что-то. Мудаки вас наебывают, наивные. Бля, может ты все же проверишь? Ты знаешь, что логин пароль? Мне надо, бля, сейчас месяц назад, бля, чекать донаты нахуй. Да там можно проверить как-то. Ну, давай зайдешь, посмотришь хотя бы. Блять, эти люди могут тебя ебать просто. Я бы так и сделал, если бы я был там где-то.
Джимми. Ача. Сказано, сделано. Мужик сказал, сделано. Давай выброшу. Если это был не Дон, ну значит надо мной прикольнулись, блядь. Окей. Вернется, значит, все им кормить. Да? А я предлагаю Антону, а Антону проверить еще. Извиняюсь. Ты видел, как Серега там пердит, да хуя, пункт, извиняй. Минус печень, да, минус печень. Ты желудок в ахуе. Да, и желудок. Если честно, вот самое, что в аху, это желудок. Mm-hmm. Если это не он, значит не он. Ну ничего страшного, будет мне уроком, значит. Ничего страшного. Mm-hmm. И тут в любом случае, даже если это был не Дон, не настоящий Дон, да, фейк какой-то, в любом случае я сказал то, что за респект просто для Дона чисто выпью. Ну, не увидит он этого, ну не увидит, значит. Увидит, значит увидит. Смотрел хочешь? Ну наебали, да вообще все равно. Ну как хотите, но ребят, если для вас это какой-то рофл и так далее, если вам все равно мое здоровье, мое состояние там и так далее, хотите делать, что хотите, мне вообще все равно. Вообще все равно. Думаете, это фейк, да? Ну, я тоже думаю, то, что это фейк, потому что Дон минимум сотку донатит, а это было 75. Но я подумал, мало ли, может быть, тот Дон там какие-то негативные эмоции ко мне имеет, поэтому по 75 по минималке типа донатит. Ну, ладно, ребят, ну, хорошо, зато для вас контент, для меня тоже. Все нормально. Привет, Дим. Блять, а где Коля? Хули он там сидит, блядь, на кухне дрочит, я не понимаю. Спроси ему, что он делает. Коля! Это Дон. Сберин снят стоп-донат. Идите за ход и Балтику 9 купите. За ход или блядь? Дон, смотри, такой вопрос. А ты можешь на карту скинуть просто там, сколько стоит охота? 50 рублей? 60. Ну, то есть, там... По 60 рублей, сколько тебе охот надо, просто на карту скинь. У меня уже язык так заплекается, вот. Ты можешь просто на карту скинуть, почему? Потому что сейчас я пустой вообще. Да. Если на карту в натуре скинешь, там, косарь на сколько там? На 6 охот или получается, да? Или на сколько? На почему? 10 атох, 600 рублей стоит, 10 атох. 600 рублей, короче, на карту сможешь скинуть? Да. Я говорю, если что, вы готовы охоту ёбнуть? За бабки. А тебе сразу выведется, у тебя есть вообще бабки на охоту? У меня вообще бабок нету, братан. Нет ни у кого бабок. Во-первых, они долго водятся, во-вторых, они мне нужны на сайте, чтобы дальше играть. Это Дон. Через равно 30 минут будет либо много охоты и Балтики 9 для челленджа или снова стоп-донат за неуважение. Мои донаты только через донатную систему. Хорошо, Дон, я понял.
Смотри. Хочешь, делай опять стоп-донат. Но единственное, что ты прекрасно понимаешь, то, что любой человек от твоего имени может задонатить 75 рублей. Поэтому скинь просто косарь. Косарь. Можешь через донатную систему. Можешь через Donation Alerts. Просто, чтобы понимать, что это ты. А так, нихуя непонятно. По 75 рублей это непонятно, ты это или не ты. Это Дон. Через 27 минут я тебе убедительно докажу, что это был я. Но будет стоп-донат уже по-взрослому. Твой выбор, Берия. Дон, я же ведь выполнил. Отмена, короче, гуляй, уй. О, бля, все понятно. Дон, я тебе объясняю, блядь. Я могу, сука, завести контент. Я могу еще бахнуть, блядь. Охоту, хуёту, блядь. Другие люди могут это сделать. Я объясняю, я, блядь, не могу нахуй купить сейчас охоту. У меня денег, сука, нету. Нету у меня денег, блядь. Не хочешь, блядь, не верь. Не хочешь, не донать, блядь. Хочешь, отмена доната. Мне похуй, блядь. Я тебе сказал, я могу тебе скинуть номер карты, блядь. Пожалуйста, блядь, переводи. Я пойду куплю охоту, блядь, и выпью ее для тебя. То сделаю то, что ты хочешь, блядь. Нет, значит нет. Все, блядь, разговор окончен, нахуй. Заебало меня это, понимаешь, блядь? Какие-то условия мне еще тут ставят, блядь. Не хочешь, не надо. Ну просто меня тоже это заебало, пойми меня правильно, блядь. Это Дон. Осталось 15 минут до стоп-доната. Ты еще можешь успеть? Хорошо, Дон. Хорошо, хорошо. Хорошо. Давай, байте дальше. Еще раз тебе говорю, под твоим именем может задонатить кто угодно. Если это какой-то рофл... Я не буду вестись на этот рофл. Я уже повелся. Я выпил 2 охоты залпом. Не хочешь? Косарь, просто, чтобы я понимал, что это ты. Не надо. Не надо. Не надо мне ничего от тебя. Не хочешь? Не надо. Все. Стоп-донат. Стоп-донат. Не надо. Не надо мне ничего. Все. Понятно, меня наебали. Меня просто наебали. Понятно все. Короче, меня наебали, блядь, пиздец. Просто зря выпил 2 охоты залпом, блядь. Вот это тоже так же. В очке, блядь, сижу. Я 2 выпил, да. И потом еще одну, блядь.